В очередной раз я вас приветствую. Сегодня мы начинаем проходить сабквесты 17 мира. И на очереди у нас оказание чрезвычайной помощи. Это сабквест с этими... С семейкой Ланы. Которая там мать Лана, дочь Лана и бабушка Лана. Честно говоря, не помню, как их всех зовут. Но, собственно, плевать. Это что, плетешься в конце? Снова дурачина. Почему я каждый раз попадаюсь на эту очевидную ложь? Лана, что ты делаешь? Нужно торопиться, у нас сегодня масса дел. Но Ульки появится? Конечно, разве это не достойно восхищения? Приехали волонтером. Так а разве мне не заплатят? Каким волонтером я не нанимался? Ох уж эти твои шуточки. Потом я угощу тебя ужином, как насчет этого? Ну ладно, сойдет оно. После этого Ульки будет слишком уставшим, чтобы бегать. Дорогая, подумай хорошенько. В такие моменты нужно проявить инициативу и работать усерднее. Тогда у Ульки будет сила отдать все последнее. А я вдруг загорел страстью спасать людей. И это не потому, что у меня есть другие намерения. Отлично, все, давайте сделаем это. Ну, давайте сделаем это. А что мы сделаем? Так, один кубас и 30 лепестков. Угу. 3 уже есть. Еще 3. Уже 6, 9, 10, 11, 12. А нет, 15. Ну ладно, неплохо. А куда мы идем? Куда и зачем? Такой вот вопрос. Тут заперто. Ладно, идем тогда по указателям. Не будем сворачивать с пути. Куда-нибудь мы допридем. В любом случае нам собирать это все. Вытащи ты меня отсюда. Я не хочу тебя вытаскивать. Ты слишком дерзкий. О, тут еще человек. Мы скоро вас спасем, а может быть не спасем. Так, я не понял. А куда делась моя супер-мега-пушка? По сути, этот уровень идет после первого мира. В первом мире нам, в принципе, выдали эту мега-пушку. С этой мега-пушкой мы путешествуем по всему остальному миру. Какого черта ее тут нету? Она должна быть с нами. Даже, кстати, с учетом того, что мы закончили, в принципе, этот мир, эта мега-пушка осталась у нас. Поэтому даже в следующем мире она должна быть у нас. У нас ее не забирали, мы ее не разломали, она никуда не делась. Она должна быть с нами. Какого хера ее нету? Меня это бесит. Вот я должен теперь решать эту хлебаную головоломку без этой имбовой пушки, которая позволила бы мне просто все делать прекрасно, великолепно, аккуратно, замечательно. А теперь вот получается так. Ну отодвинул, что дальше? Давай тебя наверх задвинем. Хорошо. А тебя куда? Тебя вниз. Все, друг, ты свободен. Теперь ты в порядке? Эй, панк, что так долго? Знаете, сколько я плачу налогов? Кослушающие такие... Охуевшие. Ну ты, блядь, я тебя, сука, завалю. Ульки, ты в порядке? Есть такие же люди, как он. Я видел пару раз, когда следовал за мамой. Интересно, почему мама продолжает это делать, когда никто не ценит твои старания? Потому что я делаю это не ради признания. Когда я вижу, как люди благополучно возвращаются к своим семьям, это наполняет мое сердце радостью. Я бы тоже так хотела это почувствовать. Но тогда эти скучные усилия по оказанию помощи были бы веселее. Нет, не были. Нужно признание. Любому нужно всегда признание. Без признания оно нахер не нужно. Вся эта моральная херь, типа, о, да мне зашибись от того, что я помогаю людям. Все херня. Ты в любом случае хочешь признания. Хочешь ты этого признавать или нет. Пожалуйста, помогите. Пожалуйста, не помогу. Сам убирайся. Как говорится, утопающий сам себе должен помочь. Так, ладно. А есть ли смысл их разбивать или нету? Просто, может быть, я сейчас херней занимаюсь. О, боже, спасибо. Камни вдруг начали падать сверху. Тебе следовало бы попарковаться в беге каждый день. Если бы это была я бы легко убежала. Лана! Не жаль, моя дочь сделала грубое замечание. Нет, это в порядке. И Лана, кто тебя научил так разговаривать? То есть, я не ошибаюсь? Такие несчастные случаи могут произойти с каждым в мгновение ока. Их невозможно остановить своими усилиями. Например, когда умер твой отец. Хорошо, в следующий раз такого не повторится. Я не хочу слышать о папе. Я даже не знаю, как он выглядел. Хорошо, тогда пойдем. У нас еще куча работы. Куча работы. Какой работы? Это ваша работа. Я тут на халяву. Я тут только за обед. Так, еще 4 песка где-то есть. Ага, вот они. Да и в принципе все, мы все собрали, поэтому можем... Неужели я умру в ловушке вот так? Да, ты сдохнешь тут, собака. Так, значит, нужно задвинуть эту херню куда-то. Ага.
Все понятно. Так, стопы, а как я... ясно. Давай двигать ее, почему нет? А вот была бы моя пушка, я бы просто ее всосал и просто бы добежал бы с ней до нужного момента, до нужного места. Но, увы, куда-то она, блядь, испарила. Но, увы, наша пушка испарилась. Как гребаный карандаш в фильме про Бэтмена. Так, так, и вот так. Прекрасно. Ты свободен, беги. Боже, спасибо, вы спасли мою жизнь. Внезапно отключилось электричество. Вы в порядке? Мы можем отвезти вас в мед? Милый... Где ты был? Я так волновалась. Все хорошо, я в порядке, не плачь. Разве это не трогательно? Я уверен, что именно поэтому я начала эту работу. Ульки, ты знаешь, о чем она говорит? Нет? Конечно же, я знаю, о чем она говорит, но мне до этого абсолютно нет никакого дела. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Пожалуйста, помогите. Давай поможем. А тебе еще двигать надо. А мы там это, в порошок не сотрем его такими действиями? Все хорошо, пойдем отсюда. А, это вас нужно было спасти. Там есть путь, мы спасены. Бежим быстрее. Хм, что-то происходит. Что-то происходит, а что-то не происходит. Все куда-то бегут. Что-то происходит. Прошу прощения, здесь что-то происходит. С дороги, мне нужно бежать прямо сейчас. Только что загорелся грузовик с боеприпасами. Если он взорвется, все вокруг будет мертвы. Так что прочь с дороги. Грузовик с боеприпасами? Он тоже пора эвакуироваться. Пожалуйста, помогите. Там все еще есть люди. Нужно спасти их. Ладно, подожди, взрыв уже. Понятно, понятно. А какого черта? Почему время? Ладно, побежали спасать этих чертей. Как тебя? Все вижу. Я с тобой бегать не могу? Нет. Жалко, очень-очень жалко. Так, мне это напоминает... Мне это напоминает, знаете что? Фильм «Люди Икс». «Люди Икс» и там этот ртуть, который бегал и спасал всех под такую знаменитую песенку одного знаменитого человека, как Мэрли Мэнсон. Кстати, можете написать, какой Sweet Dream вам больше нравится, в исполнении Мэрилина Мэнсона или в исполнении какой-то бабищи. Честно говоря, не помню, что за бабища поет, но какая-то бабища. Ту-ту-ту-ту-ту. Кстати, что на удивление приятно, можно просто пешком ходить, и времени просто будет предостаточно. Вот. Разработчики красавцы в этом плане, что они учли этот момент. То, что как бы мы... Опа, что у нас тут? А, просто прыгаем. Так вот, разработчики прекрасно учли тот момент, что все же мы в ускоренном мире. Пум-пум-пум-пум-пум, готов. Ну и последний. А можно мне такую суперскорость вот на постоянку? Для нашего героя. Что-то ты быстро выдохлась. Ну ладно, ты в принципе станешь уже. Я служу на свидание, твою мать. Так что ты сделала? Ладно, одну секунду, мне нужно привести дух. Быстрее молнии. Так вот что это значит. Мама, как ты это сделала? Я тоже так могу, я тоже хочу так быстро бегать. Это тайная сила, передающаяся из поколения в поколение. Способность двигаться со скоростью молнии в течение короткого времени. Но не каждый член семьи может контролировать эту силу. Только те немногие, кто способен справиться с ответственностью, могут этому научиться. Это будет тяжело, ты уверен, что сможешь поспевать? Да-да. Ну, карта. Интересно, что за карта. Пойдем пока домой, мне есть чему тебя научить. А меня взять не хотите, как бы вы мне там похавать обещали? Понятно, меня киданули. Давайте посмотрим, что за карта хотя бы. Так, так, и так. Спасибо за 150 кристалликов. Ладно, увидимся уже в следующем сабквесте. До встречи.